стало известно, сегодня вечером митинги пройдут во всех районах Донецка, Макеевки. Акцию проведут на Театральной площади, в Мариуполе на пересечении проспектов Строителей и Ленина, в Горловке на площади Ленина, в Енакиево люди соберутся возле ДК 40-летия Победы, в Красноармейске на площади Шибанкова. Более подробная информация опубликована на сайте Донецкой областной организации партии регионов.